яркую пару британской королевской семьи настиг новый удар. Против Меган Маркл, Меган Моркл и принца Гарри, принц Хэри, взбунтовались подданные их графства. Королева даровала внуку и бывшей американской актрисе титулы герцога и герцогини Сассекских. Это стало подарком Елизаветы II на их свадьбу в мае прошлого года. Сассекс, одно из старейших графств юго-восточной Англии. Местное управление разделено на Западный Сассекс, Восточный Сассекс и город Брайтон и Хоув, который создан как унитарная власть в 1997 году. Жители последнего и выступили с громкой инициативой. Они создали петицию, в которой попросили лишить 38-летнюю Меган и 35-летнего Гарри почетного титула. Авторы собрали достаточное количество подписей. Теперь совет Брайтона и Хоува обязан рассмотреть документы. Для решения этого вопроса советники соберутся в четверг, 18 декабря. В петиции просят упразднить титулы герцогини и герцога Сассекских, так как они не являются демократическими и представляют собой символ угнетения широкой общественности. Мы просим совет Брайтона и Хоува отклонить использование титулов герцог Сассекский, герцогиня Сассекская отдельными лицами, Генри, Гарри, Виндзор и Рэйчел Меган Маркл. Это морально неправильное и неуважительное обращение по отношению к графству Восточный Сассекс. Мы, жители Брайтона и Хоува, призываем не называть этих лиц такими титулами, которые мы считаем совершенно недемократическими и символизирующими угнетение широкой общественности богатой элитой, цитирует петицию «Экспресс». Сегодня Маркл назвали самым затравленным человеком в Великобритании. Стала известна причина, по которой герцогиня Сассекская после свадьбы отказывается носить тиару. Эксперты рассекретили данные о частном перелете Меган и Гарри, в ходе которого они подверглись смертельной опасности.